Метеопредупреждение на последний месяц осени от МЧС. Снег, дождь и холодный ветер. Зима становится все ближе, и автолюбители продолжают менять летнюю резину на зимнюю, липучку или шипованную. До недавнего времени знак с буквой «Ш» на заднем стекле транспортного средства устанавливали по желанию, чтобы информировать других участников дорожного движения. Ситуация кардинально изменилась с апреля 2017 года. Теперь наличие этого знака у автолюбителей с шипованной резиной обязательно. Однако из-за большого спроса на наклейки купить их сейчас практически невозможно. Да, очень быстро раскупают. Где-то 1400 было за выходные, все разобрали до одной. Сейчас наличия их нет. Такое нововведение для водителей действует только первый сезон. И пока далеко не все автолюбители о нем знают. Штраф за такое нарушение – 500 рублей или предупреждение. Наша телекомпания решила помочь автолюбителям с новым пунктом ПДД. Сегодня госавтоинспекция совместно с телекомпанией «Город» проводит акцию, направленную на популяризацию использования знака «Шипы». С вручением данных знаков «Шипы» водителям напоминается о необходимости соблюдения скоростного режима, бокового интервала и дистанции. Наклейка «Шипы» используется для предупреждения автомобилей, которые едут сзади, о том, что резина ошипованная и тормозной путь будет короче. Это должно стать сигналом для них соблюдать должную дистанцию. На нашу акцию водитель реагирует положительно. Я смотрю, вот вы приобрели себе зимние резины именно шипованные. И для того, чтобы ваш автомобиль всегда соответствовал правилам дорожного движения, дарим вот вам такой знак, который вы закрепите на задней части вашего автомобиля. Спасибо большое. Некоторые водители поспешили сразу же приклеить наклейку на заднее стекло автомобиля. И хоть погода была скорее осенняя, чем зимняя, на шипованную резину перешли уже почти все автолюбители. Для тех, кто еще не успел переобуться или как раз занимается этим, была организована совместная акция нашего телеканала и автосалона «Омега-центр». В нашем техническом центре нашим клиентам мы также напоминаем в момент прохождения сезонной смены резины о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и наклеить специальный знак, который свидетельствует о ошипованности резины. Водителям также была вручена дефицитная наклейка с буквой «Ш». Теперь беспокоиться о штрафе не стоит. Остается еще раз напомнить, как же правильно приклеивать этот знак. Наклейка с буквой «Ш» должна располагаться на заднем стекле автомобиля и так, чтобы не загораживать обзор водителя. Прежде всего, нужно все подготовить. А затем приступаем к наклеиванию. Всего в акции по раздаче водителям наклеек с буквой «Ш» было раздано несколько десятков знаков. Такое мероприятие мы планируем повторить вновь. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город».